Альтернативная дорога Герус-Гафан, которую строили в Армении, полностью обрушилась. Об этом сообщила сегодня армянская газета «Грапарак». Информацию подтвердил мэр Воротана Сурен Аганджаньян, который добавил, что дорога разрушена оползнем. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.